А в Прикубанском округе ко дню защитника провели фестиваль боевых искусств с говорящим названием «Сыны Отечества». Школьники Прикубанского округа продемонстрировали навыки карате, кикбоксинга, тэквондо, дзюдо и самбо. В показательных выступлениях участвовали около 200 спортсменов разных возрастов. Самому младшему единоборцу было 5 лет. Я хочу драться, мне нравится побеждать. Я иногда зарабатываю очки. Мне нравится драться, потому что это полезно. Я выбрала борьбу, потому что я хотела сильно научиться драться. Потому что на меня иногда толкают, и я не могу ответить. И поэтому я пошел на тэквондо и буду теперь всегда отвечать. Как отметили организаторы состязаний, боевые искусства на юге России очень распространены, и большинство участников фестиваля уже успели проявить себя на национальных и международных чемпионатах. На данный момент у нас как бы единоборство выше на мировой уровень. Все вот наши, которые представители здесь сегодня участвуют, они уже участвуют на мировых чемпионатах. И на мировых чемпионатах, получается, все российские спортсмены участвуют в финале. То есть мы сейчас являемся такими... с лидерами по единоборствам. Фестиваль боевых искусств «Сыны Отечества» проходит в Краснодаре 10-й год подряд в рамках военно-патриотической 30-дневки. Наградой для спортсменов за показательное выступление стал приз зрительских симпатий.